находимся в зале Туапсе. Сейчас мы немножечко поснимаем, давайте. А потом сделаем еще небольшое интервью с Джамбалетом Нагучевым. Сейчас мы находимся в спортивной школе номер 1 города Туапсе на Дне борьбы. Вот это юные дзюдоисты этого региона, которые тренируются и совершенствуют свою технику дзюдо. Сейчас идет подготовка к самому непосредственно основной части Дня борьбы. Ребята отрабатывают свою технику, делают учукоми. Такая вот подготовка к основной части Дня борьбы, так называемой рандори, в школе номер 1 города Туапсе, спортивная школа номер 1 города Туапсе, где главным тренером работает Джамбалет Нагучев, и он ведет к очередным победам своих учеников, а также здесь тренируются сегодня ребята из ближайших аулов, населенных пунктов и городов, которые примыкают к Туапсе.